Заселяйся сюда. Добро. Не, она шоколадные бомбоны. Китаянки. Ты откуда прибежал такой? Где бомбоны? Так, вот такой пончик за 80 рублей. Печево пекан Арасима 70 рублей. Возможно, это... Не знаю, что. Так, кафе я беру обычно вот такой. 100% арабика. Сейчас осталось млеко. О, а млеко, кстати, тут дешевое. 119 рублей. Вот такая штучка. 1 литр. Тут в Лидле каждый раз меняются разные такие обычные товары для жизни. Вот тут вот есть вафельница. Аппарат для вафель. 3000 рублей. Щетка из бамбука за 200 рублей. Локолют стоит почти 500 рублей. Вот такой вот длинный рачун мне дали. Потратил я на это 680 рублей. Кстати, здесь тоже есть тополиный пух. Сегодня Яник уезжает в Белград, а потом в Германию. Оставляет нас одних с Мишей. Сейчас покажу немножко дом, в котором он жил. Пахнет сиренью. Тут вот красивый дом. Вот это, скорее всего, полицейский участок. Вон там его окно. Всем привет. Это моя вилла. Вау. Это Яник, известный дизайнер. Мы сегодня у него в гостях. Да, я живу в розовом замке. Вообще-то коралловый цвет, но мне не важно. Ага. Ты решил перекрасить кораллы. Ты любишь коралловый? Да, это, кстати, правда. Так. Доски. Прикольно. Да. Классно. Заселяйся сюда. Добро. Вообще добро. Прикольный вид. И сколько получается ты за это платил? 14. Всего 14. Без коммуналки. Да. Рублей. Ну, рублей 12. О, даже 14. Даже 12 тысяч рублей. Офигеть. И тут получается комнаты разных людей, да? Вот на этом этаже. Человек. На этом этаже. И одна ванная. Да, одна кухня, одна ванная. С одной кухней сложно? Ой, с одной ванной. Вообще нет. Да? Мне просто повезло с соседями, их почти не бывает здесь. Они то на работе, то еще где-то. И не слышно их. Блин, ну тут у тебя еще и рабочий стул, стол есть. Вообще не надо заморачиваться. Два дивана. Я причем работал за этим столом. Она вот так была, но мне больше нравится вот такая красивая поверхность. Ага. Я на ней работал. Я тоже, кстати, поменял письменный, у меня стоит за обеденный. Mm-hmm. А на, на обеденном я работаю. Короче, это вообще суперское место. Не знаю, чего шарманчик не захотел здесь. Ему потому что предлагали другую комнату, она внизу находится, и там совсем другое качество. А, не успел показать, как суеверные эти посиделки были у него. Да. Нормальный размер, слышишь? Видишь, какая колючая? Ну что, Яник, давай. Счастливо. Спасибо. Ну, счастливо, ладно. Остаться. Тебе стараться мне ехать. А, ну да. Я заморожен в Икею. Сегодня воскресенье, и ничего не работает. Что, это тоже Икея не работает? Походу, тоже. Свет горит. Та древняя кулинария. Я бы купил пироженку, но у меня нет налички. Че? Это как так? А, понял. Девчонки, субботятся, лучше сидите в своих кучах, потому что я вышел на охоту. Я разбираться долго не буду, кто вы там. Негритянки, китаянки. Все.
все попрятались, девчонки. А кто не спрятался, можете сразу трусики снимать. Потому что я настроен серьезно. Видите, никого нет. Знает, что я вышел. Ну что, кто? Подходите по одному. Это парень. Сейчас через центр пройду. Там по-любому одна будет. Вот тут, мне кажется, может быть одна. Ее уже нету. Вот она тут была. На меня, наверное, мама подписана. Надеюсь, она это не смотрит. И папа тоже, надеюсь, не смотрит. И папа и мама Яника тоже, я надеюсь, это не смотрит. Никого пока нет. Так, это кто? Все попрятались. Я вижу одну. А, нет, это не, это клоун. Божественно все топу. Все топи. Это топ. И божественно. 150 грамм. Стоит где-то 150 рублей. Скитлс. 75 рублей где-то. Вокруг одни русские. В магазине. Плазма. 170 рублей. Поклон 50 грамм. За сваки путь. Ты чего тут мурчишь? Бегаешь? А? Кошка, ты потерялась или что? А? Ходит, мурчит. Только не помечай меня. Ты откуда прибежал такой? Он очень проактивный. Ладно, я тебе дам плазму, хорошо? Так, подожди, ты голодный или нет? Ты пацан или девка? Все, чао. Веди, если ты хочешь, чтобы я тебе помог. Веди меня куда-нибудь. Кот. Мачка. Кто не спрятался, можете сразу трусики снимать. Завтра день Визарана. В этот раз я поеду в Боснию. Хоргаша мне достаточно. И поэтому я иду в банкомат снимать 3500 динар. Каждый съем денег стоит 550 динар. Вон там Борис, который меня подстригал. Всем рекомендую. Я снимаю вот в этом банке обычно. Что это? Синтеза? Странные растения субботицы. Это что такое? Делают прикольный попкорн вот в этих головах. Есть шоколад? Не, шоколадные бомбоны. Бомбон? Да. Бомбоны. Да, конфеты, бомбон. Укус как ириски, кис-кис. Я буду ова 200 грамм. Можно. Хорошо. Здесь вот мороженое. Я поел это мороженое где-то за 80 динар, где-то за 1000, где-то за 100. И оно такое...
водянистая, там как будто внутри льдинки маленькие. Поэтому сейчас я покупаю обычное мороженое в магазинах. Так, попробую с лашником. На вкус похоже на ириски, только тут еще орешки. Нет, не буду. Кажется, мне Яник сказал, что прошло 50 лет. А, вот, 57 лет, что ли. Когда убрали субботицы трамвайные линии. И теперь один трамвай здесь служит производством ключей, а второй делает хот-доги. Так, а в этой пекарне прикольные гамбургеры. Хотя на вид выглядят не очень, но если вы попробуете, вы больше не сможете проходить мимо. I need activation. У меня есть старый код, разумеете? Сейчас ты подобить и новый код. Надо новый. Новый, но нам треба пасош. Окей, нема пасоша. Мора пасош фонда, да, сапасош. Или с утра уйдет, когда вас. Да, да, с утра, хвала. Окей, сейчас. Это типа остановка? Походу. Что-то я не знаю, ни разу. Не разумел? Не разумел. Я на Визаране до Боснии. Тут такой жесткий туман. Мы залезли на гору. Меня чуток начало укачивать. Но в целом нормально в этот раз. Это я, получается, в облаке сейчас. Мясо хотя бы. А этот уже посерьезнее. По-сербски надо. А? По-сербски надо. Седет. Мы на Сремской Раче. Чисто выйдем и войдем в Сербию. Привет. Здорово. Ты на плаву. Чао. Насчет драки. Да, нормально все. Все нормально. Главное, чтобы он паспорт мой не схватил. Пойдем? Я не понял, он тоже ехал с нами? А? Он тоже с нами ехал? Да, да. Это проводник. Ваш проводник. Нормальные визаранеры. А что ты думаешь, чистая она здесь? Сирийцы, давай, проходи. Давай, давай, давай. Иди, дай потом попьешь. Штамп туда, штамп обратно. Вообще никаких проблем. Никаких вопросов. Собаки проводили нас до границы, потом проводили обратно. Вообще класс. Визаран занял 6,5 часов. Я, в общем-то, довольно бодр, но спина что-то отваливается. И ноги засиделись.
Машина нормальная, водитель тоже венгр. Бурек со шпинатом взял за 200 динар. Продавщица говорит, спасибо вам, по-русски. Вас встретил Lamborghini. Белый картон у меня. Только не скриншотьте, там личные данные. Сейчас такой оживленный полицейский участок, понедельник, и много людей. Ну, заняло это минут 10, наверное. Половина занимает просто заполнить все графы. Тут нужно написать свое имя, фамилию, где я родился. Я для прикола пишу Каменск-Уральский. Я из Каменска-Уральского. USSR. Гражданство, документ, с которым я путешествую, это паспорт, дата и место, где я пересекал границу Сербии, БиХ, Босния и Герцеговина. Какая жесть. А сейчас я зайду в магазин, чтобы купить Мола Факинг Ко. Но если там работает злая продавщица, то я обойдусь без молока. Сейчас поглядаем. Она там злая. Сегодня этот магазин денежек от меня не получит. Ладно, тогда зайду в пекару. Не, я устаю. Я смогу устоять. Хотя нет, куплю булочку. Ну как устоять от этого жирного пирога? Один калач с оросом. Не знаю, что такое орос, но я представляю мысленно, что это кленовый сироп. Если у вас есть другие мысли, то напишите в комментарии. Ничего себе там хризантемы. Так, где бомбоны? Где все бомбоны в Сербии?